Вот мой такси приехал, блядь. Да, мне вот я и написал уже. Ночная суета жесткая происходит. Короче, обкатываем новый спот. Он очень, ну, такой среднеходовой, но он узкий. И тут перепад высот, короче, прям кайф. Сейчас со стороны снимаю. Блин, очень интересный спот, нам прям понравился. Может, тут часа полтора, наверное, находимся. Что, сразу, наверное, аккуратненько прокатимся по ним? Да, аккуратненько. Ну да, поехали. Сейчас прокатимся, и там уже поймешь, почему мы порекомендовали тебе эту дорожку. Охуеть. Ну что? Вообще кайф, нахуй. Охуенно, да? Дорога нормальная, не считая начала и конца. Особенно, да, ты, да, особенно да, когда да. Ты едешь, едешь в темноту, потом ебать такой... Да, да, да. У тебя аж этот дух чуть-чуть этот прикладывает вниз, прям туда куда-то. Ну охуенно. И ехать-то вообще хуйню. Что, давай обратно? Вообще кайф. Да. Поехали. Ям, пизда! Я не знаю, мне, блядь, ну просто как-то я не просто. Они блядь, реально охуенные, еще ковка. У меня-то литье, которое после зипу, блядь, я просто вот поездил, вот Илюха не даст соврать, им плохо. Он их сам смотрел, им реально очень плохо. Что это у собственно? Это было на них. Значки вот эти. Бомбовые. Моднявые. Ничего себе не ставят. Меня захуесосили все. За что? Я не знаю, они сказали, фу, блядь, говно ебаное, выкинь нахуй. А она тебя не встает, я уже мерил. Во! А вот оно. Выпадет. За что хуесосит перепад? Получается, еще один заезд у нас с первым номером. Можно так сделать. С этим маловым человеком.
Я смотрю, блядь, Матвей вообще отстал далеко и надолго. Тебе нормально, да? Слушай, сейчас, кстати, нормально ехали. Да ты вообще пиздец летишь, нахуй третью выкручиваешь, вообще в пола. Вот он. Ну, сейчас уверенный, кстати, был. Да ты вообще пиздец уверенный в себе, блядь. Типа я даже, ну, особо тормоз так не поджимал, знаешь. Не было такого, что перед поворотом так, а что там, что там. Я такой присмотрелся, такой, ага. Да тебе просто прав... похуй, не забывай я об этом. Я уже почти запомнил. Жесткий прессинг Матвея. Связка из двух склонов, типа налево-направо. Смотри, он как-то быстро идет. Вон он идет, что он там посмотреть хочет. Мы там просто на жестких андестирах залетаем, нас боком с тобой ставят. Я такой оп-оп отловил. Я вообще не понял, что там происходит. Ну нас боком поставило. Как раз на спуске. У меня колесо разулось. Да ладно. Да. Вот он, его ремонт. Я делал себя сам, пока они лишь пальцем тыкали. Хочу съездить к бабуле, но нет лавы выход из Питера. Надеюсь, то, что успею с нею увидеться. Жизнь пролетает быстро, нам нужно ровно двигаться. Нужно идти на риски, послать нахуй всю выгоду. Никогда не бояться падать, летать будто птицы. И гореть в моменте, никогда не потушив амбиции. Что там говорит твоя душа, что говорят твои друзья, что мешают тебе чисто дышать, что говорят вообще все люди, куда все спешат на улице, дожди наверняка для них это печаль. Дай бог мне сына в 22 так же громко читать, никогда не быть слабаком, ценить выпавший шанс, не обманывать себя, если упал, вставать.